Далее к другим темам. Второй год подряд служба поддержки клиентов компании Уфанет становится одной из лучших в российской индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Лидеров этой области определяли в международной программе «Хрустальная гарнитура». В этом году в ней приняли участие 280 колл-центров из 8 стран мира. Лучшая команда мониторинга и поддержки, отдел аналитики и мониторинга, методологии и качества Камалова Вадима, Уфанет. В течение года мы работали, и то, что, к чему мы пришли, мы показали в этом году в Москве. Для нас это был просто вызов – показать себя и посмотреть на других, какие у нас ошибки могут быть, и чему-то научиться новому. Очень эмоционально и тяжело вот сидишь, когда объявляют номинацию, по чуть-чуть там говорят, кто номинанты, и вот когда объявляют победителей, вот все, обошли наших конкурентов, обошли различные мировых бренды, всякие банки. Для ребят это, безусловно, мотивация, но основное – это отражение работы, как они работают, где работают. «Хрустальная гарнитура» – это международный конкурс среди контактных центров. По значимости его можно сравнить с «Оскаром» в мире кино или «ТЭФИ» в мире телевидения. Ежегодно в нем участвуют более 200 претендентов из более чем 100 контактных центров России, Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран. В службе поддержки клиентов компании «Уфанет» работает около 300 сотрудников. Они круглосуточно принимают звонки абонентов из 10 городов, решают их проблемы и отвечают на вопросы. И чтобы быть лучшими в обслуживании клиентов, необходимо постоянно улучшать процесс работы. Мы хотим, чтобы нашим клиентам было с нами удобно. И когда я сам звонил операторам мобильной связи, звонил в контакт-центр. Меня переключали между 4 операторами. На следующий день я пришел в контакт-центр и сказал, что у нас такого быть не должно. То есть мы должны как можно меньше переключать нашего клиента. А еще в идеале, чтобы он при первом звонке сразу с первым же оператором получил свое решение. Клиенты обращаются как с легкими вопросами, так и с такими, ответы на которые требуют серьезных технических познаний. Оператору необходимо, не переключая абонента на второй и третий отделы, помочь ему самостоятельно. Для того, чтобы каждый сотрудник мог справиться с любой проблемой, на рабочих местах создана специальная программа «Мастер обслуживания». Добрый день, меня зовут Элиза. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, мне нужно настроить роутер. Мы сможем удаленно все настроить. Хорошо, я кабель переключу. Хорошо. В качестве пароля указываю ваш контактный номер телефона без восьмерки. Без восьмерки, да? Да. С помощью этого мастера оператор не может ошибиться. 85% того, что мы ваши проблемы решим с первого раза на первой линии. В прошлом году служба поддержки клиентов компании «Уфанет» поставила себе цель – заявить о себе на международном уровне и делиться своим опытом с другими компаниями. После первого выигрыша «Хрустальной гарнитуры» цель была достигнута. Служба не только продолжает активно развиваться, но и занимается обучением других контактных центров. Мы не берем наработки чужие, мы приходим ко всему сами всегда. И поэтому у нас наш опыт людям интересен, потому что он другой, он отличается от мирового опыта. К нам очень часто приезжают гости. Из других компаний, из других городов, из других стран даже. Приезжают и смотрят, как мы работаем. Мы делимся с ними, мы ничего не скрываем. И, как правило, люди очень сильно удивлены. Если клиентам плохо, нашим людям плохо. То есть это постоянная взаимосвязь. Всем должно быть хорошо. Вот на этой грани мы должны держаться.